Ты им сказал? Откат делаешь, братец мой? Откат делаю. Все, двое делать. Ну откуда на типа идете? В смысле, братец? Ну, Альба. Альба, вы из какой страны идете? Или вы едете еще? Еще парковка? Альба, братец, я говорю, что ты сказал? Не, я понял, не, до этого типа я сказал, как сказал, ты меня исправился. У тебя не включен был? Нахуй сос один на правом, все. Не, я просто спрашиваю, типа, все нормально? Да, я это. Если что, пацаны, если что, есть какие-то вопросы. Да, спрятался. Ранее никаких вопросов нету у тебя, да? По поводу чего? Двигаться вообще. Я, в принципе, и сам уже тут особо научился, так что особо спрашивать тебя больше не буду там. Да не, не стесняйся. Я еду, меня же крашно, понимаете, кажется. Я около этих, везде. Да какая разница, я Андрею скажу, мы приедем. До мне сейчас контракт сгорят 18:00. Я тоже смотрю. Ваза! Нихуя! Я решил. Иди за порт, давай. Уже. Окей, без вас. Забор иди сломай, АБП. Андрей Юнг, это кто? Я откат не смог запустить, то уже я чё, ну, это уж пойду. Да просто тоже скину положить, то что спрятано, все нормально. Ты к там едешь? Все, это, как там? Один прям возле КПП скинул, кстати. Один прям возле КПП скинул. Возле будки там. Альба, вопросов нету к тебя? Каких? Ну, по поводу мероприятия все остальное. По поводу фрика я знаю то, что ты фрик. Понимаю, мы у нас не застрял. Что? У тебя не застрял на заборке. Это нормально. Я вытащу. А у меня не вытащишь, я жопу. Так я тебе помогу еще. И такой исчезает. Никто не нашел. Да. Знаешь, какой-то этот подойдет? Да. Подожди, нет. Еще где? Да там в разных точках на типа. Там, поверь, точки на типа видные и самые заметные вот чё. Ля-ля-ля-ля-ля! У тебя 5 лет, что ты, когда будешь, Жень? Сейчас скажу. Я на типа в хороших местах спрятал, поверь. Там они самые открытые и что самые. Да, не надо лезть на какой верх. Справа.
Ну что, ребят, нашли? Вот сейчас что это. Я сейчас передам. Джейн, спасибо тебе огромное. Там у меня ломка, я дрон. Сиди, пожалуйста, я сейчас на передам сделал. А так ты такой. Ну, один наш. А, понял. Я вот этому... Он там будет. Был. Нет, да не нашел. Потому что сюда нельзя на территорию заехать. Так, а если армейцы нашли или кто-то там? Куда они заехали? Он его пытается. Да, я знаю. Нет, ну что, конечно нет, с тобой заехать. Ну смысла нет, да, потом не выйдешь. По факту. Или выйдешь. Не, выход мой. Где? Ну, он там не... Этот на электриках, короче, Маук спрятал. Нет, этот под ними чисто. Маук электриках спрятал. Потом еще где-то в канаве там, короче, спрятал. В будке и еще одно место, не помню, где-то под заводом. Без понятия. Так, и да, я нашел один набор. Там, блядь, канава под трубу, вот эта хуйня. Да-да, в канале. Так, ну чё дальше-то делать? Сколько уже нашли? Я ебал искать. А чё, всё уже? А, ну, сижу тогда. Давай 3000 за участие, я пошёл. Да я ебал, блядь. Здесь туман. Я уже намок. Как понимаю, никто под электриками не нашел. Там прям самое видное место. Покажи пальцем, где он. Благодарю. Или это обманный маневр? Ну ладно. Там под электриком, получается, осталось, скорее всего. Нет, 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 нет. Эти станции такие электрические. Такие. Ёбаный рот этого казино, блядь! Последний наборчик. Или необычные? Это обычные ремкомплекты?
что недолго просматривать. Сколько их вообще? Типа хрэм коктейль. Да, мою тоже. Всего два глобальных мероприятия от минус. Пойдем заявку отправим на заявку на лидер и такая и все. Чувак, слышишь? Я уже собрал. Я говорю, если что, заявку на лидер отправим. Дирку станем. Две вот этих мероприятия, которые нашел, ну вон там вот ты где сиськи. Что-то ты не туда. Да. А, понял. Даже я молчу, его за хэп попадаем или нет? Жалко. Хотим что-нибудь мне найти. Бабки заутать. Пойду бабки утать, короче. А есть ли кому-нибудь аптечку, чтобы моего кента воскресить? Он пизданулся. Бабки заутать. Бля. Забрался высоко. Я тоже, кстати, чуть не утонул. Можешь? Я вижу. Клаву, включи, выключи обратно, Клаву. Ну я так чисто на первый этаж залез посмотреть. Нет. Надо же невысоко. Тогда выйди. На этот можешь? Подожди, подожди, дай что-то проверим. А ну-ка попробуй нет. Вот я. Все. Да-да-да. Зачем-то по трубам лазит, ё-моё. О, это нормально. Чё там, как там? Сеня остался. Слышишь, Владик, у тебя есть аптечка? У меня, да, есть. А нет, под электриками забрали. Надо воскресить, он ёбнулся. Поехали. А, зачем мне ремонтный набор? Короче, под электриками забрали. Ну, может, аптечку дать? Помог. Встань. Встал? Хорош. Так, с тобой да, должен был поздороваться. Давай. Да, что тупо поздороваться? Всякий там. А ты мне знаешь? Потому что он не ФТшный. А-а-а. Я? Да. Среди. Блядь, нет. А ты знаешь меня? Хокаге. А ты... Подожди. Сейчас заворачивай на дорогу. Я остался. Что сделать? У меня тачки нету, блядь. А, возьяты. Ага. Около моего финика можно. Не все выжили. Как минимум, я не. Едешь? Да. Короче, паркурчик с одним столом. А, этот... Не нашли еще все? Че, нашли последние? Все нашли. А кто нашел? Да. А где последний, кстати, был? Фрик, скажи еще раз. Алло. Чисто. Другой я знаю где. Я его не подобрал. Я типа... Электрики. Понимаю. Я не видел, не было. Это уже я на крыше. Легко спрятанное, так сказать. Вот пишешь типа что около моего финика. Да, халява. Сразу. А, да, стой, да, я скрин сделаю, стой. До свидания.